Государственная квота выкупа подержанных машин для Южного Казахстана – 1150 автомобилей. Но за две недели действия программы в Утиле решили сдать свои автомашины лишь 40 южноказахстанцев. Впрочем, представители ТО «Оператор РОП», занимающегося утилизацией, считают, что это только начало, так как условия приема старых автомашин будут интересны для многих обладателей авторитета. Две категории действуют выплат – это 48 тысяч и 150 тысяч. Это будет зависеть от комплектации автомобиля. Если полная комплектация, то есть наличие всей части автомобиля, то будет 150. То есть кузов, двигатель, двери, 4 колеса, коробка передач, глушитель, аккумулятор, радиатор. Если полная комплектация, то 150 тысяч тенге. Даулет Досымбек ВАЗ-2106 привез из Ардабасинского района. Автомашине около 30 лет и свой ресурс она выработала. Теперь мужчина решил сдать автомобиль в пункт утилизации, посчитав сделку выгодным делом. Я посчитал и решил, что мне выгоднее воспользоваться программой и сдать автомашину в утиль. Даже при большом желании я не смог бы ее продать на базаре и за 100 тысяч тенге. А здесь мне за нее предлагают 150 тысяч. Я решил ее сюда привезти. Чтобы сдать автомашину в пункт утилизации, нужно лишь снять ее с учета в органах дорожной полиции и открыть счет в банке. Компенсация за старый автомобиль будет перечислена в течение 10 дней, обещает оператор. В ближайшие дни программа утилизации автомашин станет доступна и для жителей глубинки. Мы планируем создать несколько мобильных пунктов в разных районах области. 8 декабря мы поедем в Туркестан с акцией «Прием автомобилей». Затем 12 декабря проведем такое же мероприятие в Сарыгаши. Это очень удобно для жителей этих районов, так как им не придется перегонять автомашины. Пока программа утилизации ограничивается лишь легковыми автомашинами, но в планах ТО «Оператор РОП» расширение перечня утилизируемой техники. И, возможно, в следующем году сдать в утиль можно будет и грузовые автомашины. Данияр Худайбергенов, Марат Давлетов, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «Отрар».